400 педагогов детских школ искусств со всего Ямала собрались в Ноябрьске. Там проходила 6-я окружная педагогическая академия. Это событие случается в регионе один раз в 5 лет. В этот раз в программу включили творческие мастерские по самым разным направлениям. Теории музыки, хоровому исполнительству, изобразительному искусству и хореографии и различным музыкальным инструментам. Были организованы дискуссионная площадка для руководителей и секция молодых специалистов. В работе академии приняли участие ведущие деятели искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Тюмени. Конечно, пропустить такое событие не могли педагоги Лабытнанской детской школы искусств. По возвращении домой своими впечатлениями они поделились с моей коллегой Альмирой Новоселовой. Константин Самылкин признается, на мероприятии такого масштаба он побывал впервые. К окружной педагогической академии они вместе с коллегами готовились серьезно, рассчитывая только на победу. Лабытнанки выглядели очень хорошо, очень достойно, и мы были там самые красивые. Это первое, потому что мы были в шикарных костюмах. Члены жюри это отметили на круглом столе и говорили о том, что да, когда люди выходят в красивых сценических костюмах, это здорово, это красиво, это запоминается. Преподаватели 38 школ искусств из 13 муниципалитетов округа имели возможность не просто посетить мастер-классы экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и Тюмени, но и после своего концертного выступления услышать оценку ведущих деятелей искусства. Анастасия Самылкина признана лауреатом второй степени. Конечно, это другие ощущения исполнительства, живое исполнение на сцене. Это не то, что сидим мы в классе, обучаем детей. Это, конечно, другие ощущения, это волнение, это, может быть, какая-то неуверенность, с которой пришлось справиться и вынести максимум из того, что вообще мы можем. Наша школа выезжала в этот раз на академию в совсем другом составе. Большое количество преподавателей и разные виды жанров были присущи для лабытнанок. Как бы вот это вот большой такой прорыв, шаг вперед. И опять-таки подтверждение тому, что у нас пришли новые специалисты, новые преподаватели, молодые. Поэтому мы могли вывести такую большую делегацию. 15 педагогов Лабытнанской детской школы искусств домой вернулись с большим багажом новых впечатлений и достижений. Они удостоены 7 дипломов. Высокая оценка экспертов дала им понять, что они двигаются в правильном направлении. Можно смело утверждать, что такие наставники – лучший пример для подражания. Альмира Новоселова, Дмитрий Свирит, программа «Время местное».